Привет, умники! Атлас головного мозга, секрет супербактерий и раскопки в Ставрополе. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли составили семантический атлас головного мозга, показав, в каких его областях хранятся и как группируются слова. Оказалось, что в коре головного мозга существуют области, активно реагирующие на семантические, связанные со смыслом слов, задачи. Отдельные области связаны с распознаванием абстрактных понятий, глаголов действий и различных тематических групп, причем расположение семантических полей по различным областям вполне соотносится с функцией этих областей. Визуальные понятия, такие как цвета, локализованы поблизости от зрительной коры, а слова, имеющие альтернативные значения, могут храниться сразу в нескольких полях. А российские ученые из Центра физико-химической медицины и МФТИ смогли объяснить появление устойчивых к антибиотикам микробов с помощью математических алгоритмов. Оказалось, что на участках кишечника, заселенных преимущественно каким-то одним видом микроорганизмов, лучше выживают устойчивые к антибиотикам штаммы. Они более медленные, но и более живучие. Зато на тех участках, где соседствуют разные виды, неплохой шанс выжить есть и у обычных бактерий. Они быстрее поглощают вещества, выделяемые стенкой кишечника, и за счет этого выживают. Созданная биоинформатиками компьютерная модель может помочь в создании новых лекарств и антибиотиков. И напоследок в Татарстане. Ученые из Казани исследуют федеральный памятник археологии 14 века – средневековое городище Маджары. Исследования проводят в рамках республиканской госпрограммы сохранения национальной идентичности татарского народа. Получены археологические свидетельства развитой градостроительной культуры Золотой Орды. Вместе с археологами из Татарстана средневековые Маджары изучают коллеги из Крыма и Ставрополя. Ученые подчеркивают привлекательность городища в его неисследовательности. Будучи крупнейшим памятником Золотой Орды на Северном Кавказе, Маджары практически не изучены. А на этом все.